Документ гражданской зрелости. В преддверии Дня Конституции по всей стране молодым людям вручают паспорта. Сегодня главный документ 14-летним школьникам и гимназистам из Минской области. Все ребята-победители спортивных и научных олимпиад передали представители Республиканского союза молодежи и Комитета госконтроля. Я сам себя на их место ставил, так я волновался, и они, потому что это нужно пройти, и это ведь запоминается на всю жизнь. Они – это фундамент, на котором завтра будет стоять наша страна. Я уверен в том, что наши гости скоро станут достойными гражданами Республики Беларусь. В Беларуси такие церемонии для отличников учебы стали традицией. Участвуют в них представители законодательной и исполнительной власти, ветераны войны и труда. Завтра, в День Конституции, паспорта вручат десяткам тысяч юных белорусов.